В период с 10 по 16 марта в нашем районе зафиксировано 8 квартирных краж. 4 из них сотрудникам Солнечногорского ОВД удалось раскрыть. Обворованными оказались также 6 дачных участков. В двух случаях злоумышленники пойманы. Взят под стражу один преступник, специализировавшийся на мелком воровстве в поселке Андреевка. Выявлено 2 факта незаконного оборота наркотиков. Не обошлось и без тяжких преступлений. В деревне Чашниково произошло изнасилование. Виновный задержан. Органами правопорядка пойман еще один насильник, совершивший преступление в сентябре прошлого года. Кроме этого, в период с 10 по 16 марта совершено убийство. В поселке Бакеево. Гастарбайтеры на строящемся объекте дачном, значит, не поделили выданную им зарплату, в результате чего произошел скандал, ссора, скандал и ножевое ранение один гастарбайтер нанес другому. О происшествиях нынешней недели и итогах работы ОВД в следующем выпуске.